В Жамбылской области растет число краж домашних животных. Неблагополучная ситуация сложилась в Таласском, Жамбылском, Байзакском и Курдайском районах. При этом раскрываемость таких преступлений, по данным областного ДВД, не превышает и 25%. Между тем, пострадавшие владельцы крестьянских хозяйств теперь боятся выгонять скот на пастбище. Садык Рахимбердиев из числа тех, кто пострадал от действий барымтачей в особо крупном размере. Месяц назад с пастбища у него угнали сразу 26 лошадей. С тех пор, говорит, где только их не искал. До этого случая у меня уже украли 5-6 голов. Потом еще 2-3 лошади пропадали. Но в этот раз совсем обнаглели. Сразу целый косяк лошадей угнали. Только в Таласском районе с начала года зарегистрировано 85 аналогичных преступлений. Это почти на 60% больше уровня прошлого года. Местные жители уже боятся выгонять скот на пастбище. Между тем, по мнению правоохранительных органов, хищению скота в области способствует бесконтрольный выпас животных. О фактах пропажи пострадавшие нам сразу не сообщают. 2-3 дня пытаются искать самостоятельно. Потом приходят с заявлением о краже в полицию. Мы подключаемся к поискам, но бывает уже поздно. Все следы к этому времени просто исчезают. Всего с начала года в области зарегистрировано 753 заявления по факту кражи домашних животных. Их раскрываемость составила лишь 25%. Ербул Абишев, Руслан Бахытбекулы, Тимур Сейлхан, Бахытжан Бапаев, Жамбылская область, 24 КИЗ.